Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Данил. И в данном видеоролике я расскажу, как открыть третий стиль Владыки Огня, где находится второй ключ от кандалов. Ну а перед началом данного видеоролика обязательно прожмите большущий такой палец вверх, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании, ведь так вы будете первыми узнавать об анонсах новых видеороликов, смотреть их самым первым ставить большущий жирный палец вверх, писать свой крутейший комментарий, ведь самые крутые комментарии попадают в мой видеоролик, например, как вот эти вот. Ну что ж, готов чаёху, бери себе покушать, приятного просмотра, приятного аппетита и погнали! Итак, как мы помним, первый ключ находился в замке на Полярном пике. Нам нужно было приземлиться на самый верх, спуститься чуть пониже в большой зал, подойти к столику и забрать ключ. Второй ключ мы можем получить с помощью нашего загрузочного экрана за 10-ю неделю испытаний. Это самое место находится неподалеку от торговой точки, на огромной горе. Подлетаем туда, зажигаем приятный костерок, и третий стиль Владыки Огня получим. Ну а четвертый стиль пока мы не сможем получить, можете не пытаться его найти, ведь в файлах самой игры его еще не существует. Нам придется подождать до 11-й недели испытаний. Да-да, ребят, не удивляйтесь, 11-я неделя будет. Поэтому ждем 11-ю неделю испытаний, ждем моего видеоролика по прохождению этой самой недели испытаний. Также я вам солью заранее местонахождение четвертого стиля, ну и загрузочный экран за 11-ю неделю испытаний, потому что мы ориентируемся именно на загрузочные экраны. Ведь первый ключ мы нашли по загрузочному экрану, ну, приблизительно по загрузочному экрану, в Полярном пике, в замке, точнее, на Полярном пике. Второй ключ был найден по 10-й неделе испытаний, ну и, следовательно, третий ключ будет найден по 11-й неделе. Все, ребят, кому был полезен данный видеоролик, либо просто понравился, обязательно прожмите свой большущий палец вверх, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. С вами был, как всегда, Данил, всем удачи, увидимся совсем скоро, пока-пока!